когда я увидела всю эту красоту и услышала абсолютно такое же мнение о том, как будет развиваться российская провинция в данном конкретном месте, я решила, что вот оно, культура России истинная, она здесь. Она не в Москве и в Санкт-Петербурге, где публика до того набалованная, до того испорченная уже тем, что вот-вот хочу это, не хочу то и так далее. Тут публика, которая ждет открытий души. Мы прикоснулись к чему-то давно забытому. Мы уже давно забыли, что можно в такой обстановке стать частью действа большого музыкального и разговора о большом, о высоком, о великом. Вот это сегодня российская провинция. Мастер-классы Международной академии Любови Казарновской «Голос и скрипка» проходят по всему миру. У вокалистов земли Ярославской была уникальная возможность не только услышать, но и перенять опыт от студентов и ведущих мастеров оперной сцены. Что не только, наверное, формы, дома, хорошие улицы, но и смыслы, именно духовное начало также начинает понемножку здесь зарождаться, возрождаться. Впрочем, в проект «Провинция душа России» планируют включить целую череду фестивалей. Так, например, уже в декабре Любовь Казарновская вернется на Ярославскую землю для проведения некрасовских вечеров. Иван Уваров, Денис Лосев. День в событиях.